Итак, дорогие друзья, видео для теста Genshin Impact на низких настройках работает вот на этом компьютере. Да-да, это именно он подключен и работает. Вот. Без каких-либо проблем он его вывозит. Вот, можем бегать, прыгать. Это сейчас, кстати, очень сложная локация Инадзума для отрисовки. Именно здесь кадры не проседают от слова совсем. Также и в сражениях все в порядке.